Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел. Мы продолжаем прохождение игры Assassin's Creed 2. В предыдущей серии, насколько вы помните, мы решили пройтись по, так сказать, основным квестикам. Основные квестики состояли в том, что каждый член нашей семьи, собственно, просил нас о какой-то услуге. Ну и вот, собственно, у нас здесь еще остался наш младший брат. Давайте с ним поговорим. Чего он нас попросит сделать? Что ты здесь делаешь, Петруччо? Тебе давно пора спать. Какое спать-то? Мне нужны утро изделия. На дворе. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. Ладно. Что у Петруччо глаз дергается? Тайна Петруччо. Принесите Петруччо Орлиное перья, пока его не наказали за то, что он вылез из постели. Хорошо. Сделаем. Родственник. Так. За 2,5 минуты, но... Десятки новых произведений талантливых молодых художников. Сейчас они безвестны, но скоро прославятся. Торопитесь, пока все не раскрыто. Оп! Не, все-таки у этой игры саундтрек, ну, офигенный. Кто бы там чего не заявлял. Так, ну чё... Нам вроде как 3 пера надо собрать. По времени мы успеваем. Окей, попрыгаем по дымоходам. Блин. Прыжки по дымоходам закончились. Так, получено перо. Сиди, перья Петруччо. А, кстати, у нас таймер, по-моему... Выключился, то есть теперь мы можем так побегать, да? Ну что ж, побегаем. И, кстати говоря, сейчас мы... Что сделаем? Так. Как он вот эти монетки достает прям? Они же все на месте остаются. Словность такая. Хоть бы, я не знаю, они исчезали бы. Ну да, подсвечивание-то исчезает у предмета после его использования, но... Сам предмет не меняется никаким образом. Это, конечно, называется не очень хорошее внимание к деталям со стороны разработчиков. Ну да ладно, это их дело. По-моему, игра и так прекрасна. По крайней мере, в визуальном исполнении. Офигеть, да, виды? Нас попробую сейчас вот такую площадь сделать красивую. Так, звук. Надо, пожалуйста, глючить. Изображение, пожалуйста, тоже не надо фризиться. В общем, игра. Веди себя культурно. Вообще-то, наверное, даже... Хотя... Ладно, будем спрыгивать. Так, ну что-то прямо я не знаю. Какие-то фризы-то пошли ненормальные уже. Так, тем не менее. Еще одно сокровище. Ой, сейчас бы спрыгнул. Тут лестница есть. Может нормально спуститься. Да, нормально. Спрыгиваем. А тут вообще был вход. Я по крышам. Да нормально. Мне можно. Мне норм. Мне знакомо лицо. Откуда? Хочу! Он там, вперед! Счастливый день, друзья! Теперь в моей мастерской это часть здорового образа жизни художника. Ну давайте, давайте. Ребята. У-у-у. Давайте. Посмелее. У меня есть
Тебе нужно больше тренироваться. Ну? Чёрт! Давай, давай, давай. Мужик. Чё ты понтуешься-то? Давай, давай. Чё, хотел спину ударить? Получил с ноги за это по морде. Так, сейчас мы, по-моему, тоже сейчас что-то получим. Да не, все нормально. Прошло. Так. Анимация, конечно, страдает, но ладно. Ну чё, 3500, хорошо, на мой взгляд. Катя, 1000 проклятий! У меня пропал кошелек. У меня есть Он там! За ним! Тихо. Вы-то чё? Офигеть, вот смотрите, вот монахи бьются с нами, а? Сумасшедшие. Пошел он. Чё без тебя-то? Ну, правильно, убегай. Так, ладно, все, идем домой. Плевать я хотел на вас всех, придурки. Так, ладно, так, что тут у нас есть? Все? Тук-тук. Мы пришли. Открывайте. Вот, как и обещал. Граци, брат. Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Как придумает, да? Как придумает, зачем, сразу и скажет. Ладно. Еще плюс 100 сверху. Теперь вы можете собирать орлиные перья. А за каким? Хочется спросить. Спрятаны по всему миру. Отлично. То есть... У нас, судя по всему, будет... Так, погоди, по миру. А они обозначаются как-нибудь, эти перышки? Так, ой. Куда-то они туда? А, то есть... А, во как. То есть мы даже можем по всей Италии путешествовать. По-моему, это замечательно. На мой взгляд. Сапожок, как он есть, весь. Исследуем. Так, ну ладно. Давайте-ка, знаете что, в этот раз сходим по сайд-квестикам. Я думаю, они будут все-таки как-то поинтереснее, чем в первой части. Пойди принеси то. Убей того. Еще что-нибудь сделай. Доставь это по назначению. Очень быстро. Я хорошо заплачу. Ладно. За деньги почему бы нет? Рафаэля. Один. Так, а что тут такое вообще за письмо? А, в этот раз никто не читает, его придется самому читать. Понятно. Какого характера письмо? Так, ну что-то игра стала фризиться. Фреймрейт вообще никакой сделался. Хотя я до сих пор толком не могу понять, ну чему тут тормозить-то, собственно. Тут никаких таких вот технологий-то и в игре не используется, сверхъестественных. Ладно. Одно письмо доставили. Второе письмо, что там? Кстати говоря,
Так. В втором письме у нас чё? В втором письме то же самое, только, видимо, для другого адресата письмо. То есть, парниши два варианта, чем заняться в пятницу. Даже вру, даже три варианта, если уж совсем нечего делать будет. Так сказать, два дополнительных и один, если уж совсем. Блин. Это мне не очень нравится. Так, к доктору быстрее. Подходи, не стесняйся. Это, видимо, все тот же самый доктор, который был в самом начале. Он за полтинник меня лечишь, молодец. Так. Ой, так, кнопка. Уже лучше, но я всегда говорю, лучшее лечение – это профилактика. Ну, тебе бы, наверное, лишь бы бабла срубить, доктор. Мне кажется. Оп. Ага, нам куда-то туда. Так, что у нас времени? До чертиков и больше. Эй, подумайте о тех, кого вы можете. Тут метров 30 осталось. Видел. Хочу! Тебе не уйти! Так. Черт, я его не вижу. Вот он. Ой, да куда ты, ну? Что ты делаешь? Вон он, не упустите его. А я хочу с крыши скинуть дурака. Вроде как и получилось. Хорошо. Честно говоря, первое это было не очень. Вот это еще туда-сюда. Да уж, он проворный. Так, там на улицах у нас все еще глашатые орут. Или глашатай, как некоторые говорят. Что такое? Так, ладно. Как бы там ни было. Дополнительное задание сделано. Денежка нам пришла. Очередная. Вот. Что теперь? Куда теперь идти? Так, а тут у нас что-то еще есть. Ну-ка, ну-ка. Драка. Сходим. Подеремся. 100 метров бежать. Нормально. Тебе ой, нужна о. Медицинская помощь? Ну что, покидаемся карликами? Какими карликами? О чем ты, мужик? Это, по-моему, самая бредовая фраза, которую я слышал во всех играх. Хотя не, наверное, еще найдется парочка бредовей. Но в данном случае это эпик фейл. Так, игра, не тормози. Ты не Black Mesa, там нечему тормозить. Точнее даже... Там нечему тормозить. Почему ты тут-то тормозишь, хочется сказать. Кстати говоря, Black Mesa. Интересная, кстати, модификация. Может быть, все-таки пройти ее для канала? Хотя, как это будет выглядеть, если я уже играл в эту игру? Не знаю, не знаю. В принципе, если хотите, то могу пройти. Можете мне написать. Пройду. Муж, подлец, мне изменяет. Я знаю это. И все соседи тоже. Пожалуйста, проучите его. Ну как нефиг, ну. Отвергнутая жена. Побейте неверного мужа. А, пинком его. Хорошим. Ладно. Так, а идти далеко? Далеко.
вам не стыдно? Какого ж вы меня все преследуете-то? Идиоты вы. Идиотские. Но. Ой, да выпендривались. Ну давай, давай. Чё ты стоишь-то, а? Чё ты меня заставляешь тебя бить-то? Так-то. А вот чё-то книжечка осталась. Как вам не стыдно? Нормально всё, успокойтесь, люди. Привет. То есть ты тоже хочешь меня ограбить и убить? Грязный вор! Чтоб тебе сдохнуть в муках, да поскорее! Так, ну ты-то чё стоишь, ну? Клюёшь тут носом. Оп! Дамочка оказалась богаче мужика. Так, того 4000, неплохо. Еще две у нас будет сумочка, которая, я думаю, мне в будущем сослужит хорошую службу. Обнаружение. Держишь его, не знаю. Ну и там найти цель, отмечу золотым. Ага, вижу. Анга. Господи, спаси меня! Клянусь, я исправлюсь! Оп! Так. Все? Проклятие! Я сдаюсь! Это сука! То есть, моя прекрасная жена! Я иду домой! Прекрасная, говорит, жена. Ну да. Беги, беги! Скотобаза. Мы тем временем пошаримся по округе. Наверх. Снова на веранде у нас сокровище, и снова я чуть не убился. Вижу. Сто 130. Хорошо. 4500 у нас есть на руках. Снова мы забрались на эту церквушку. Ну, круто. Так, какие у нас еще есть какие-нибудь дополнительные там задания, еще что-нибудь в этом духе? Честно говоря, пока я не вижу. Да ладно, давайте пойдем по сюжету все-таки. Далековато там идти. Если бы, конечно, да, у меня было бы там сейчас по 60 FPS, это было бы все полегче. А так, честно, не знаю. Надо, видимо, в настройках после записи этой серии покопаться. Хотя, с другой стороны, а что там копаться? Единственное, что я поставил разрешение, может быть, из-за разрешения то, что более 1300 на более чем 720. Может быть, только из-за этого. Хотя, честно говоря, я не помню, чтобы у меня были такие проблемы в первой части. Первая часть. Первая эта часть не фризилась. С другой стороны, это может быть из-за блюра. Первой-то части у нас там ничего подобного-то не было. У нас там какая-то картинка была, вот именно, знаете, как шероховатая, что ли, шершавая какая-то. На взгляд, на ощупь. Вот. А тут, видите, как-то все. Даже не сказал бы, что это сглаживание, это скорее именно вот как-то замылено. Но, с другой стороны, выход на консоль, а потом портирование консольных версий на компьютеры, ну, не проходит просто так.
я бы сказал. Вот. Тем не менее, мы пришли. Так, что нам Джованни скажет интересного? Эдсо, входи, сынок. Зашел. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. Ладно. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Угу. Вабене. Я все сделаю. Вабене. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. Ладно. Видимо, это важное дело. Так что сейчас попробуем не встревать в драки. Так, особая доставка. Доставьте два письма и заберите письмо для Джованни из голубятни. Затем вернитесь к Джованни. Шо? То есть у нас, грубо говоря, три точки, куда нам надо сходить. То есть, двоим письмо отдать, в третьей точке письмо получить. Так. Джованни запечатал письмо. Мне не следует его открывать. Угу. Ладно. Видимо, содержание вот этих двух писем мы не узнаем. Так, ну что, в самой дальней точке, я понимаю. А потом уже в сторону дома. О, офигеть, у нас тени-то нормально так проработаны. Так, оп. Так, голуби, помет голубей. Конечно, по всему этому бегать как-то... Так, а, вот это, собственно, голубятня, видимо. Забрать письмо. Ладно. Я прав? А я прав, а мы видели эту голубятню уже. Ух ты, у нас тут... Дворец. И, как всегда, перед роскошным дворцом, это, видимо, ратуша городская. А, перед роскошным дворцом... Эшафот. Залитый кровью. Круто. Голову, видимо, все еще рубят. И не только головы. Все-таки в 15 веке все еще, наверное, рубили руки. Воровство четвертовали. Ну, в общем, пытками-то еще занимались общественными. Если так задуматься. Так. А, о, смотри-ка. Он тут побежал. Не очень понятно, кто это был. Судя по всему, это стража. Так, видимо, дело очень серьезное. Если прямо вот так вот, как только мы взяли письмо, там уже стража побежала нас искать. Хотя за нами ли они вообще? Может, они за нашими курьерами? Хотя, он, кстати, я уже одного вижу. Какого-то бомжа. Ой, ой! Прискочил. Есть татуировка. У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. Да. За тобой следили? Нет. Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой! Вернись! Объясни мне! Капец. Ну реально, вот какой-то заговор. Идет заговор. Все цветочки мы помяли. Да ладно. Сеньоре стало известно о том, что некие юноши ради забавы лазают по крышам. Ну, мы не ради забавы, мы ради дела. Так, и знаете, что-то мне кажется, все, что у нас было в начале, такая непринужденная атмосфера, начинает веять каким-то заговором. Тут уже даже не то, чтобы начинает веять, тут уже натурально несет этим заговором. Что-то пойдет не так, видимо.
Так, видимо, нас уже сейчас будут искать городская стража или еще что-нибудь. Так, пойдем вот так вот. Такими путями. Оп. Шо? Прошлись. Хорошо, как говорится. Ладно, ладно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А, вон, а вниз. Шо? Это очень хорошо. Что не надо еще куда-то заскакивать. Так. Тут кто? Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. С таким лицом это все делает. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. Если понятно. Какие-то бомжатины две. Офигеть, мы с какими-то бомжами все тут тусуем. Как его? Как он там сказал-то? Доверенные мои лица? Или кто это были? Осведомители? Ну, с другой стороны, они не привлекают к себе должного внимания, то есть... Не какие-то там роскошные военные там или еще кто-то, на кого будет оглядываться на улицах. А те, кто, мягко говоря, те, от кого воротит нос обычно. Да, кстати говоря, пока дело было за кадром, могу сказать, в этой части у нас герой научился плавать. И на это... Я что хочу сказать, по-моему, это круто. В предыдущей этой части у нас что, нашего героя, во-первых, не было вроде как пальца на левой руке, насколько я помню. А во-вторых, что еще у него было? Или на правой, какой у него не было? Где у него кинжал был? Кинжал был на этой, на левой руке. Вот. Пальца не было, еще он плавать не умел. А тут у нас и палец на месте, и мы плаваем. В общем-то, замечательно. Там корабль стоит там, на пирсе. Здорово, в общем. Так, 473 точек. Ой, сейчас бы долететь, а? Хорошо, долетели. Так, ну что, домой? Как я понимаю. Отдадим письмо. А там уже посмотрим, что да как. Ой, 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 ой! Ну да. Это было круто. Называется, в кавычках. Эти вот вечные недолеты. Меня уже начинает дико раздражать. Еще если бы вот игра вот так вот не затормаживалась, все было бы прекрасно. Но нет, нет, конечно. Зачем на записи работать нормально? Я буду работать там, когда, не знаю, Nvidia Tesla этот. Будет компьютер, да? На запись мы будем работать только так. Эрдио, откуда ты сбежал, клоун? Пожалуйста, осторожнее, мисс Сэм. Оп! Опа! Шо? Так, нас уже избивают. Ну, с другой стороны, они стояли рядом с врачом, поэтому это оправдано, что я на них напал. Не, ну все, какие-то фризы пошли. Сейчас, наверное, я после этой серии немножко дам компьютеру отдохнуть, а следующие серии уже будут записывать попозже. Я не знаю, в чем дело, честно скажу я вам. Подходите, друзья! Сегодня у меня свежие пиявки! Так, свежие пиявки, лечи меня. Свежая пиявка. Тебе уже стало лучше. Почти готовые благочестивые. Так, карта сокровищ еще есть? Больше нету. Понимаю. Картин хорошо, тоже нету. Я закажу больше за престольных образов. Ладно. Так, и тем не менее,
Что у нас здесь? Дом, милый дом. Так, ну что, Джованни, мы пришли. Так, что-то пусто дома. Отец? Федерико? Ой! Чуть... Масерацио! Слава богу! Чуть по голове не дала. Что случилось? Где все? Вашего отца и братьев отвели во дворец сеньории! В тюрьму! Офигеть! За что? А моя мать и сестра? Эцио! А, вот они, видимо, здесь. Клаудия! Все в порядке? Да, но мама... Что такое? У нее шок. Она сопротивлялась, и они... Здесь небезопасно. Можешь отвезти их куда-нибудь? Да, да, к моей сестре. Хорошо, так и сделай. А я пойду к отцу. Хорошо. Осторожней, мессер Эцио. Стражники искали и вас. Офигеть. Ну, сюжет, я сказал бы, закручивается. Узник, доберитесь до камеры Джованни на вершине дворца Синьори и узнаете, за что его арестовали. Да мне уже самому интересно. Так, ну что? Все не слава богу у нас, да, идет? Ну, еще бы. Известность. Когда вы в розыске, стражники подозревают вас и будут реагировать на ваше присутствие или действие. Так, во-первых, тебя ограбим. Ой. Если вы купите 2 триптиха или больше, то к ним я добавлю. Осторожно, не подходи, не стесняйся. Так, тебя не ограбить. Так, ну ладно, давайте все-таки на этом моменте завершим данную серию. В следующий раз уже пойдем. Собственно, до Джованни. Узнаем, что да как. Все-таки дело тут нечисто, и я подозреваю, что тот заговор, о котором он узнал, сейчас обернется ему бобо. В общем, будет ему за это дело. Ну да ладно. Как бы там ни было, на этом я данную серию завершаю. Всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии к видео. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну, в остальном я все уже, что хотел, сказал. С вами был Павел. Всем всего хорошего и пока.